Ну а ты? Что? Куда бы ты поехал, если бы мог отправиться куда угодно? Я бы поучаствовал в чем-то посерьезнее. Отличный ответ! Хочу быть частью долговечного, важного, да! Что имеет значение! Да! Это предначертано! Я звезда! Были бы деньги, я бы тратил их только на развлечения и никаких налогов. Я хочу, чтобы люди веселились. Всегда. От лауреата премии «Оскар» Дэмьена Шазела. Когда я переехал в Лос-Анджелес, везде были таблички «Актерам и собакам вход запрещен». Я это изменил. Вы готовы к чему-то совсем другому? Сейчас дотащу. Знаешь, что надо сделать? Пересмотреть форму. Воплотить мечты на пленке и сделать истории. Сказать, глядя на экран, вот это да! Я не одинок. В следующем году. Всегда устраивай сцену. У меня неприятности, Мэнни. Едем сейчас же. Мое занятие имеет значение. Ты думал, в тебе нуждались. Это больше, чем ты. Хватит! Какого? Это самое волшебное место в мире. Вавилон. Слушайте все, хвастливые мужички! Кто хочет увидеть мой поединок со змеей? Зажигай! Автор сценария и режиссер Дэмьен Шазел.